Как больно! Нужно убираться из этого мира! Слишком, слишком сильный оказался этот Фредди Крюгер! Всем привет, ребята! С вами снова я, Королева Мистики, а это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном Ютубе, друзья. Перед началом три ваших самых топовых комментария. Погнали! Два и три, друзья! Вы видите в моих руках бутылки, но это не то, о чем вы подумали. Хотя, я знаю, скорее всего, вы знаете, что там. Да, там, друзья, находится зелье. Проклятое зелье, которое мы заказали на сайте Darknet, друзья. А вот чье это зелье? Как вы думаете, пишите скорее в комментариях, кто же будет. И самое интересное то, что сегодня это зелье я буду пить не одна. Какое-то из этих зелий выпьет Дима, а какое-то выпью я. Короче говоря, я не буду вас долго томить. Давайте на этом видео соберем 5000 лайков, друзья. А это зелье, одно из них, это зелье Фредди Крюгера. А другое зелье — Аннабель. И я хочу сегодня устроить встречу этой сладкой парочки. Самых, на мой взгляд, страшных, просто жутких дьяволов. Кстати, меня снимает мой парень Дима. Всем привет. И он сегодня будет пить зелье Фредди Крюгера. Так, мне кажется, вот это Фредди Крюгер. Да, естественно, это твое зелье. Но как все это будет происходить, я не знаю. Вдруг мы даже можем переубивать друг друга. Я надеюсь, что все закончится хорошо, потому что я буду пить зелье Аннабель. Проклятые куклы Аннабель. И я думаю устроить нам эпичную битву двух этих самых жутких монстров, ребята. Поддержите нас лайками, накидайте побольше лайкосиков, потому что почему-то упала активность на моем YouTube-канале, друзья. Я надеюсь, что это видео вам точно понравится, потому что будет страшно, жестко, криптово. Все, как вы любите, от Королевы Мистики. А мы прямо сейчас с Димой будем пить это проклятое зелье. Держи, Дима. Это тебе зелье Фредди Крюгера. Достаточно только одной капли, и ты превратишься в этого жесточайшего, кровожадного монстра. Кстати говоря, может быть, кто-то не знает, кто такой Фредди Крюгер. Кратко расскажу. Короче, это маньячело, который похищал из лагеря детей и убивал их. Потом, когда все узнали, что это он, они просто его сожгли. И с тех пор его душа, его монстра, злобная форма с обожженным лицом ходит и пожирает, убивает, потом пожирает детей. В его животе куча этих убитых детей. Короче, ребята, это просто жуть. А я буду пить зелье Аннабель. А вы знаете, что Аннабель может наслать проклятие абсолютно на него. И это будет очень жестко, ребята. Поэтому прямо сейчас мы открываем этот пузыречек, друзья, и пьем это проклятое зелье вместе с Димой. И вместе с вами давайте считать. Раз, два, три, погнали. Достаточно одной капли, а мы выпили целые бутылки, и буквально через несколько минут начнется превращение. Как ты себя чувствуешь, Дим? Слушай, мне что-то плохо, я пойду в лес схожу. У меня тоже что-то голова кружится. Ребята, мы скоро включимся, а знаешь, как сделаем, давай. Мы, короче, ребята, поставим сейчас скрытую камеру на место и посмотрим. Погоди, нет, короче, мы сейчас попросим нашего друга-оператора снять, как мы в образе Аннабель и Фредди Крюгера будем вообще с друг другом общаться, контактировать. И что вообще будет происходить? Все самое интересное впереди. Досмотри это видео до конца, и прямо сейчас ты их увидишь. Блин, офигеть, погнали. Ну че, Крюгер, где ты? Ах, вот ты подлез. С кем ты там хотел разобраться? Ну давай, че ты можешь? Ты обгоревший кусок. Ты горелый кусок, ты понял? Я натащу на тебя проклятие! Че, поклеваешься с моими клещами? Я придушу тебя, лысая, обожженная голова! Не смей кусать меня! Слушай, стой! Давай договоримся! Я пришла сюда, чтобы уничтожить эту девку! Слышишь меня? Слышишь меня? Ты обожженный уголь! Я убью Ирину и Дениса! Я! То есть не Диму! Это я! Это сделаю я! Я это сделаю! Тебя не хватит на это сил, ты понял? Я с ними разберусь! Да не злись ты! Я тебе не враг! Мы вместе их победим! Похвали ты от меня!
Ты слышишь меня? Успокойся! Успокойся! У меня есть план! Мы нашлем на них проклятие! И они будут вечно болеть! Понимаешь? А что сможешь ты? Я могу проклянуть их на целую вечность! Успокойся! Все это чертова собака! Убирайся! Убирайся! Так, ну что? Какой у нас план? Ты со мной или против меня? Я с тобой! Тогда всем буду управлять только я! Слышишь, только я! И ничего не делай без моего ведома! Побрось ты, собака! Уходи! Уходи! Это ты во всем виноват, чертов угол! Ребята, мы наконец-то пришли в себя после этого зелья. Мне кажется, что видео получилось очень крутым, поэтому, друзья, давайте поставим лайкосиков и подпишемся на канал, а потому что следующая битва будет Аннабель против кого? Пишите в комментариях. Всем счастья и добра. Пока!